Квартирный вопрос для большей части горожан остается самым актуальным. Учитывая то, что у нас в муниципальных образованиях в улучшении жилищных условий нуждается большое количество людей, мы должны увеличивать объемы водожилья, подчеркнул глава республики Михаил Игнатьев на одном из совещаний. Поэтому депутаты городского собрания вышли с инициативы посетить ряд строительных площадок в Новочебоксарском. Пятиподъездный 198-квартирный жилой панельный дом по улице Южной, 9, начали строить в начале этого года. Планируют завершение к концу декабря 2019 года. Но мы обязаны, и заселим людей в конце апреля. Ключи у всех жильцов будут здесь на руках у них. У нас сегодня это самый большой подъезд по площади. Это и два подъезда они выполнены, смонтированы. Значит, это 50% монтажа смонтировано. Это выполняется благоустройство, 50% благоустройства выполнено. Все сети наружу, канализация, теплотрасса, газопровод, водопровод, они подведены к зданию. Внутри все санитарно-технические работы выполнены, электромонтажные работы выполнены. Завершается отделка этих двух подъездов. Некоторое время назад из-за проблем с поставкой материалов строительство было приостановлено. Ситуация сейчас удалось переломить. Работы идут полным ходом. Сдача двух подъездов дома намечена на конец года. Как отметил заместитель главы администрации города Игорь Калиниченко, отрадно то, что строительная организация «Алза» предлагает жителям города в большей степени однокомнатные квартиры, так как для молодых семей это очень актуально. Остается проблемой строительство дома по улице Южная, 3. Вот уже несколько лет здания не могут сдать в эксплуатацию. Это дом из серии обманутых наших дольщиков. Как я уже отмечал, что мы сейчас решаем проблему Советская 63. Где-то мы должны сдать 20 октября. Вот. Лифты смонтированы. Все, что со стороны администрации в помощь сдаче этого объекта заканчивается. И вот второй этап, вот этот дом, планируем в начале следующего года уже иметь четкую картину, кто будет у нас подрядчиком, застройщиком все это дело. Вот, поэтому я считаю, что мы проблему к лету по обманутым дольщикам в Новочебоксарске полностью решим. Как было отмечено на встрече, в целом, чтобы не было провалов в сфере строительства, нужно не только следить за ходом работ на почти готовых объектах, но и своевременно выделять участки под строительство, проводить торги, начинать так называемый нулевой цикл строительства.